В эфире iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Андрей Соколов. Здравствуйте! Аэрокосмическая инжиниринговая компания Windspeed решила невероятным образом разнообразить долгие перелеты для авиапассажиров, предложить путешествие в стеклянной капсуле на крыше самолета. Обзорная площадка, получившая название SkyDeck или же Небесная палуба, разрабатывается в данный момент с одним из авиапроизводителей, правда, название компании не уточняется. Проводится модернизация обычного самолета, и в результате мы получаем два места первого класса, которые находятся под аэродинамическим куполом, выступающим за фюзеляж. В результате пассажиры получают беспрецедентный вид на окружающие самолеты облака. Ко всему прочему, кресла могут поворачиваться на 360 градусов. Как рассказали в компании Windspeed, детали купола по прочности аналогичны материалам, использованным в фюзеляже самолета, поэтому капсула выдержит любые погодные условия и внешние воздействия, например, столкновение с птицами. Опция будет дорогой, так как купол добавляет веса самолету и уменьшает место для пассажирских кресел. Соответственно, снижается доходность от полета, и ее нужно как-то компенсировать. До последней версии Android Marshmallow еще не обновилась даже половина устройств, работающих на данной операционке, а уже вовсю идет работа над следующим поколением системы. Как сообщает портал gagadget.com, предстоящее крупное обновление будет иметь порядковый номер 6.1. С названием еще не определились, предварительно новая версия операционной системы будет называться Android N. Напомним, имя каждой последующей генерации Android отталкивается от алфавита. К примеру, вот последние версии K KitKat, L Lollipop и нынешнее M Marshmallow. В среди нововведений Android N упоминается многооконный режим. Эта функция уже давно есть в сторонних оболочках, но теперь она станет нативной. Также ожидаются серьезные поправки в системе разрешений для приложений, которая появилась в нынешнем Android 6.0. Здесь будут усилены меры безопасности, особенно это коснется многооконного режима. Анонс новой версии Android ожидается в июне 2016 года на конференции Google. Компания ZeptoLab, разработчик известной головоломки Cut the Rope, представила ее новую часть — Cut the Rope Magic. Игра вышла одновременно для операционных систем iOS и Android. В новой серии главный герой Ам-Ням может перевоплощаться в различных существ — в рыбку, птичку или привидение, получая дополнительные способности, к примеру, летать или же плавать. Кроме того, в Cut the Rope Magic появились главные соперники — боссы, одолеть которых будет непросто. Как отмечают разработчики, в новой части была существенно улучшена графика, также сменилось звуковое сопровождение. В настоящее время в игре доступно более сотни уровней. Цель в них одна и та же — накормить Ам-Няма леденцом, попутно собрав все звездочки. Первые отзывы о Cut the Rope Magic в большинстве своем положительные, но все же видно, что разработчики ZeptoLab стали заложниками своего собственного хита. Компания пыталась выпускать другие головоломки, к примеру, King of Thieves или же Pudding Monsters, но повторить успех Cut the Rope они не смогли, хотя и были сделаны достаточно качественно. Поэтому ZeptoLab продолжает плодить приключения Ам-Няма, все то же, только в профиль с различными модификациями. Пока на этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира IT-индустрии. Также присоединяйтесь к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго. До встречи.